Я не знаю, абсолютно. Значит, точно так же сидят здесь рядышком ни одна мы комиссия. Да, вы хотите сказать, что мы, вы сначала зайдите в тип протокола, только потом мы можем получить копию? Нет, давайте... Вот протокол, вы же сами написали. Это не протокол. Смотрите, мы все прекрасно понимаем. Вы не хотите зарегистрировать наши Я вам написал, давайте соберем из числовой избирательной комиссии. Примем коллективное решение. Останавливаем избирательный процесс. Или мы все-таки его продолжаем и добиваемся завершения. То есть уже процесс сделан, его осталось только письменно завершить. А вы не можете, мы вам поможем. Протокол должен быть все равно по нашим результатам сделан. Вот он сделал, вы будете стоять. И он подготовлен более полностью. Что у вас оформлено? Что вы от меня хотите? Протокол по завершению дел. Что мы в этом части завершаем дела, не завершены. Мне сказали, протокол не заполнен. Нет, вот так. У меня есть вышестоящий руководство. Нет, но вы нам это скажете на комиссии, мы внесем этот протокол уже теперь от комиссии. И тогда я с этим уже протоколом могу двигаться. И к Ивлану, и к Качеву. А сейчас я пойду, с чем я пойду? С вашими словами, что вам что-то пообещали?